Всем привет, друзья. Здравствуйте. О, всем привет. Кто-то еще залип. О. Сегодня мы продемонстрируем. По полигону с нами катанет. Да. Сегодня продемонстрируем, ребята, сделали синхронизацию света. Драйвер 51, Павел Каблуков и Джанки. Сейчас мы это все прокатим, покажем. Вы посмотрите и качайте. В группе будет ссылочка. Че, Паша, заводи. Поехали. А его выкинет, наверное, нет? Да, у него карты нет. Он прогрузится с нами, у него же карты. А хотя, смотря, что у него там за левел, полигон один. Все, ребята, свет горит. Появились на Уральчике. А что, ночь не включен, да? А ночь, да, не получится включить. Потому что это карта. Что борода. Потому что это карта. Ну вот, ребята, весь свет присутствует. Задние фонарики горят. Передние фонарики, габариты, все горит. Давайте, ребята, подставайте, сейчас подцепим машинки. Эти прицепы подцепляем. Посмотрим на всех там, что там можно. То есть вот, ставим, давайте сразу все одинаковое, например, цепку и бортовой прицеп. Этот прицеп фургона. Вот. Все, я поставил. Кто там? Паша, ставь. Все, видите, у Павла тоже все горит. Все светится. Опа! Колян, сори. Все, все фонарики работают. А у 130-го что-нибудь светится? Светится? У тебя что, не светится? Не, из-за донов. А у него ж нету ни... Нет, ну вот если ты дефолтный, там вот там цистерну эту поставить можно. Потом длинный этот ремонтный, как части там или что-то. Вот, цистерна у Коляна светится, все, габариты. Рассвет идет, как положено. Ну да. И а ремонтный ты... там поставь. Вот. А вот тележит. Горит. Все горит. Тележка горит. Давай еще поставь, Колян, потом... вот на сцепку там, как она называется-то? Не... Прицеп горит, да. Все щелкни прицепы. Все пощелкай, поставь. Паша, подожди там. Гаражные горят. Это горит сюда. Свет есть, это есть, все свет. А платформа с центру свет, да. А на платформе ничего не светит. А тут нету, да, тут просто у него эти балдунки. Так. Паша цепляет эту платформу лесовоза. А там что там? Там на платформе лесовоза есть свет, потом на распусках тоже свет, по-моему, синхронизирован. Сделано. Сейчас да, я... вот он свет есть тут. Да, вот у тебя светится свет. И на распуск поставь. Yes. Распуск, да, тоже все, свет горит, работает. Так, мне там что-то... А вот смотри, а если по сети играть, выдернуть один, ну, допустим, у меня его не будет. Если у тебя не будет... Вы то... мои фонари будете видеть. Да, мы будем видеть, да, мои фонари. Да, все будет нормально. У вас все будет так же, а я ваши не буду видеть. Просто. У тебя просто ничего гореть не будет, а у нас на твоих машинах везде будет свет. Ну все, понял. Ну, а тут ничего не светится, шишиги, да. На шишиги, да, в принципе. Проедем. Ну, стандартные ходовые огни, слышишь? Все ходовые огни, весь свет, все, ребята, рабочие. Аккумулятор, походу, не садится. На всех машинках. Да. Вот на мазах можно еще тут попробовать. Сейчас уберу я вот так. Попробуем. Покручу. То есть вот свет задние габариты на мазе, на разметов фонарей, на Уралах, на КамАЗах, ЗИЛ. А как бы вот что я с топорями там мигаю, тебе видно? Нет, нет, этого видно, нету. Да? Этого не будет, да, только чисто ходовые огни. Ну,
Ну это еще как бы в наработке. Как бы пока, да, пока надо радоваться этому, потому что есть и хорошо, то есть вообще чудесно. Возможно, еще пропишем, может, фароискатели вот эти все, кстати, вариант, чтобы тоже рабочие были. Как бы, ну, в принципе, весь дефолт, который присутствует не из воркшопа, а в самой спинке, все тут работает. Пересесть на маза. Так, Паша, ты там одел что-нибудь? Поставь на него эти. Вот, сейчас я к тебе подъеду, подожди. Сейчас я вот смотрю. Ну, вот у меня, я поставил эту утилитку, там все работает. Сейчас я сзади погляжу. Подъеду, покажу людям. Да, все, свет есть, свет присутствует. Колян на КамАЗе. Паша, поставь там еще, по-моему, что-то есть. Бревна возить, платформа лесовоза нету на нем. Да, 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 вот они. Тоже свет присутствует. Роспуск есть на него? Нет, роспуска нету. Нету. А все у него больше нет. Значит, на этом есть роспуск, вот на этом, который. Еще сядь тогда на этого, нам. На чем, я не знаю. Ну, короче, вон Коляна что-то есть. На мазе. На бочке. На бочке тоже есть свет. Да, вон вижу. На бочке тоже есть. Ну, давай, включай. Что-нибудь. Так, платформа лесовой. Вот. Свет присутствует. Роспуски он тоже цепляет. Подсыпь к нему роспуск. Возьмите УАЗик еще кто-нибудь, ремонтные части там можно посмотреть. Да, а все. Вон уже. Все у а тебя ты же на УАЗике, что ты? Так, я-то на УАЗике, надо мне, чтобы вас снять. Я-то это понятно, что я на УАЗике. А, где ну, УАЗик взять? Ремонтные части сверху с фонарями тоже тут все светится. Ага, хорошо. Не, ну понятно, дефолт. Он светится будет. Ой, чё я? Паша, на УАЗике фонари задние горят. Сейчас еще ремонтные части, все сверху горит, все рабочее. Все отличненько, все красиво, все приятно. Играть по мультиплееру, особенно ночью, так вообще будет. Наконец-то будет, да, машины видно в ночи. Веселуха, да, как маленечко, хоть поприятнее, чем. А тут тени ездят какие-то, да, непонятные. Как бы мелочь, но приятная, как бы. Мелочь, да, но приятная, это точно. Тут уже другого слова я просто не нахожу. Фонарики, видите, все транспортные средства стоят. Все ходовые огни. Ближний свет фар. Габаритный, если присутствует, все работает на прицепах, на всем дефолте, ребята. Так что на роспусках, платформах, прицепах, вообще. Полуприцепах. Вообще отличненько. Хотелось бы сказать, вот, ребята, видите, у нас горят лучи от фар. То есть светятся, видите, вот кто тут где. Да это сейчас-то не сейчас-то, наверное, не видно. Ты где сам? Да нет, видно. Я вот у себя показываю просто. У меня тоже. То есть я не включал. То есть при включении света, вот видите, у меня дальний включается. Получается, как свет мигает, да? Ну вот, в траве вот, видно. Вот рядом Паша стоит у меня, да. То есть вот у него лучи эти света есть, но если их оставляешь, как бы получается, что машины на полигоне ставиться не будут. То есть мы выложим сейчас два варианта. Первый вариант будет данной доработки, данного мода, да, будет без фары светятся, но лучей не будет. Машины будут ставиться на полигоне и также в мультиплеере будут играть. А кто на полигоне не хочет появляться, но хочет кататься с лучами, то скачивайте вторую версию, будет у нас выложена. Вторая версия будет. Версия с лучами интереснее намного и приятнее.
покрасивше она выглядит в мультике. Ну да, как-то. Да, обе версии работают в мультиплеере, и... просто вторая с лучами, она не работает на полигоне, машина не подставится. Значит, скачивайте архив медиа, просто заменяете его. Первым делом сделайте копию своего архива из игры. Чистую, то есть как бы не испорченную. Куда-нибудь папочку куда-нибудь положите. И оставьте, чтобы она у вас, если что, по крайней мере оставалась. Чтобы ее всегда можно было вернуть обратно. И скачивайте наш архив медиа, устанавливайте с заменой. Поставите, если версию 1, то будете вы тогда, получается, на полигоне машина будет появляться. Но лучей от фар не будет, то есть свет ведь будет прописан, не будет лучей. Если вы скачиваете вторую версию, также заменяйте архив медиа в папке, корневой папке с игрой, да, и устанавливайте, но машины не будут появляться тогда на полигоне. Но все работает в мультиплеере. То есть вот, ребята, вот такую штуку мы закрутили. Посмотрели, что ребята такое делают, но что-то как-то долго делают. Для дефолта вот на данный момент мы прописали. И, наверное, потом уже будем смотреть. Там будем, если моды мы делать, то будем выкладывать, чтобы моды по сетке играли уже со светом. Будем стараться что-то такое. А так, в принципе, вообще обалденная штука. Мне вообще просто супер-супер нравится. Сегодня мы... Буквально сегодня мы с утра сели. И уже сейчас вот 4 часа. Ну, 6 часов мы даже меньше, наверное, поковырялись. Прописали свет на дефолт на этот. И все, сейчас вот снимаем этот обзорчик по этому. И выкладываем. Сейчас вот даже где-то сейчас... Подождите, я вот подальше камеру уберу. Ой, Коляна потерял. Где Колян-то? О, вон фары. Я УАЗик пискиваю по полигону. Слева, да, Колян едет. Я вижу даже фары его, видите, как бы, ребята. Вон у него в левом верхнем углу он там поехал куда-то. Паша тут светит, тоже крутится. Все отличненько просто. Видите, даже с вертолета тут все можно снимать. Все работает. Смотрится просто... Даже игра, да, как... смотрится вообще классно. Игра как-то преобразилась немножечко, по-моему, да? С лучами намного, ну, намного. Давно, конечно, это надо было сделать. Да это надо было сделать, по-моему, с изначали, как игру сделали. Да. Такую мелочь, которую мы вот, как бы, люди, не разработчики, как бы, данной игры, сами не знающие многих вещей, то есть немножко поковыряли и, видите, все. Все исправили, что смогли, как бы. Ну, по мультиплееру, вот мы сейчас в данный момент играем по мультику, сделали Виктора Польвильского полигон как карту. О, Колян вон на той стороне едет, обалденно. Я сейчас к вам приеду, что да. Я жду, когда стемнеет вообще, через сколько тут темнеет, мы долго ждать вообще будем? Да, стемнеет, долго ждать мы, наверное, не будем столько писать, ну, да, времени, да. Как бы, ну, ночью будет на прохождении какой-нибудь карты, я думаю, вообще будет. Ну, хотя, в принципе, можно подождать, осталось, ну, не так уж, ну, много. давайте подождем тогда. Давай сейчас сюда на асфальт выскочим. Минут 10, ага, наверное. Выскочим сейчас мы тут на асфальт. Давай, Паша, что ли? А, скрин надо, нам да. Как-то встретиться надо, хоть скрин зафентифлюхать тут. Да, сейчас ночью надо съездить в гараж и в гараже там сделать скрин, там же машин куча стоит. Вообще с лучами нет, вообще намного лучше. Мне даже не настолько важен, как бы, полигон, по сути говоря. Для полигона делать машины можно и на пиратке, то есть пилить. То есть все, фарки светятся, вообще супер. Ну или, по крайней мере, ребята, архив медиа заменить — это не проблема. Главное, сделайте свою копию. Копию чистого архива медиа, да? И все, и спокойненько, как бы, меняйте свой чистый архив, если вам нужно там на полигон что-то поделать. А здесь это в папочке положите, например, наши вот эти архивчики медиа. Свет с лучами и свет без лучей. Без лучей, в принципе, можете поставить, на полигон будет рабочий. А с лучами полигон работать не будет.
Чё, габариты кифарки, вообще офигеть просто, да? Да, вообще классно. Ночи дождаться. Не, надо просто, наверное, будет карту какую-нибудь потонуть и записать просто видео. А это мы, знаете, на обзорной машинке тоже сделаем всю эту красоту. Там, там у нас фар много. Вообще будет красотища. Колян, ты где вообще есть-то? Да я, короче, уронился. А ты где уронился? В каком хоть месте тебя поискать? Да, далеко. Я не могу понять. УАЗик, короче, УАЗик в этом не суждено кататься по Витиному полигону. Ну, ты можешь в гараже восстановиться. А я уже восстановился. А вы что, где, на асфальте? Да нет, где-то у заправки мы тут, короче. А, ой, я на асфальт поехал. Так, а мы на асфальт тут выйдем вообще? Выйдем, наверное, где-то только дальше. Ой-ой-ой. А вот тут мы с тобой не проедем. А там есть асфальт? Да. Надо вот здесь, короче, спуститься нам. Я вот поехал здесь на асфальт, Паша, смотри где. Я тебя даже не вижу. Вау! О, нифига ты. Я уже на асфальте. А, я мордой воткнулся, прикинь. Ха-ха, во дела. Смотри, Паша. Да, а, ты почти. Так я-то вешу, смотри. Ну-ка стукни меня слегонца. Или подожди, стой лебедочку. Показать, что у меня красивая лебедка желтенькая. Эх. Поздно. Поставил я гляди. Пам! Желтенькая лебедочка. Вот такая лебедка у меня, парни. Тоже поприятнее так смотрится. У меня, кстати, вот реально в машине такой желтый трос. Такой канат прям. Здоровый, здоровый, сплетенный. Блин. Резинка, ну. Давай натянем, сейчас Колян поедет. Слышь, Колян, подожди, стой, надо, подожди. А где Колян? Колян, ты где? По асфальту едешь? Я еду по асфальту. Паша, стой, подожди, я сейчас отъеду. Я вам ваш этот фар, ваш свет фар вижу. Вот видите, там что я не. Давай натягивай, Паша, отъедь назад подальше. А, это не. Отъедь еще немножко. Это мой УАЗик. Давай, 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 еще. О, Колян, ты где? Мы натянули трос. Мы тебя ждем. Ловушка. Починиться, что ли? Пока Коляна нет. Колян, ну что ты? Колян долго еще. Ты с какой стороны ты вообще едешь? Справа приеду. Я карту погляжу. Ага. У меня он слева получится. Слева отсюда. Все, Колян, мы натянули. Едет УАЗик просто. Все выжимая он из него. По асфальту. Все нормально, мы тут трос тебе натянули уже. Сейчас мосты повырывает. Сейчас он нас как в кучу-то как соберет тут. Не-не, вообще прикольная штука. Ребята что-то пилили, но что-то долго пилили. Да, мы ждали. Все надеялись, что. И в итоге не дождались. И в итоге, да. Так что вот, ребята. Как говорится, да, если хочешь, чтобы было все сделано правильно, сделай это сам. Это точно. Верно подмечено. О, Колян летит, и фары светят, смотри, все красиво. Да, вот, далеко видно. Он из поворота выходил, сначала фары увидел, а потом. Давай, Колян, разгоняйся! Все, конец. И перевертываешь. Все, давай поднимать Коляна. Все-таки колесо оторвало, да? Все-таки да, где-то мы его как-то умудрились завалить. Да что ты, блин, урон опять поймал. Оба сегодня. Это не я, это Паша. А, это Паха. Так, ну что, погнали до гаража. Что там, погнали. Дело к ночи. Как раз дело к ночи. Ой, привет. Да что ты не... Ты не валяшка, что ли, не пойму. Точно, наверное, Колян пьяный. Да, точно, пьяный, наверное. Сегодня нет. Сегодня нет? Сегодня нет? Не пил. Ай, вообще.
Кивные немцы. Открыто, ты мне там кабину помнешь. Че, не поднять? Давай, я тебя за зад разобьешь. За зад попробуй тебя отцеп. Ага. Глянь. Задом попробуй меня наоборот, сука. Да ну. Нет, я тебя хотел сюда развернуть, как бы. Или попробуй поднимись просто повыше, вон сам на лебедке. Ой. Паша, не надо, подними нас лучше. А, так у меня лебедка-то работает, парни. У меня-то лебедка работает. Опа. Да, да, я ж ставил этот. Не, Паша, ты же тоже. Меня тоже кренит что-то. Ты лучше выше просто поднимись. И оттуда дерни меня просто. Нет, с лучами лучше. Мне я лучше буду. Лучами, да, конечно. Я лучше буду папку менять эту, блин, с этими. С папку медиа, как бы. Надо мне на полигон, взял, поменял. Да хотя я, мне если пилить машину, так я на пиратке могу все это дело сделать. Что, не достаешь никуда, пап? О. Коля, может мне разогнаться просто и тебе? Не-не-не, нормуль. Ой, не. Не получилось, короче. Фокус не удался, хоть ты был пьян. Сейчас подожди, я тебя подниму, сейчас я назад сдам, как сходу тебе крышу в голову. Я упал. Да ты еще не упал, вроде. Ну, в смысле, сверху куда? Блин, как это? Назад так долго едет. Вот, да в крышу тебе надо сейчас разгону. Все, Паша, отъезжай! Паша! Вот. Что, поехали до гаража? Поехали. Не туда, туда надо. А во сколько тем будет? Сейчас уже пары видно, короче. Туда будет ближе, наверное. Что-то около 7, да, 8, да, вот так вот где-то. Поехали в другую сторону, Колян. Ой! Когда я тут всю машину Колян вообще Колян разворачивается, че обалденно, посмотри. Вон вообще я... сдалека видно, блин, классно, да. Вообще. Да я сейчас вон вверх подниму, смотри как тут. Обалдеть, ребята, все фары, видите, тут дальний. Видите, я с дальним светом мигаю. О! Но это дальний че только у вас. Летишь? Да я ж с вертолета снимаю. Светом мигаю. Гайцы впереди стоят. Да мы сами на милицейских УАЗиках, вы че, парни? У меня ж милицейские возики-то. Ух. То есть вот видите. А-а-а, блин! Вот он, да, увидел. Снял. Я топори в кустах вижу. Снял с вертолета называется. То есть вот, ребята, едем. Вот дальний свет включается, все, парам-пам-пам. Ну только дальний как. Бляха, все, трындец, я походу разбил. Опять куда-то уехал. Я убил УАЗик, парни. Да не может быть такого. Да вообще. Он, по-моему, бессмертный. Да ну-ка все. Вот, Дима, смотри, видишь мои фары? Я стопы вижу. Вон Димона видно из тумана. Я стопы вижу. О, и фары да чьи-то передние вижу. Во, кто-то еще развернулся по фарам, вижу. Да-да-да. Да не, с лучами надо оставлять, как бы будем гонять. Мы будем гонять с лучами. Ребята, это да. Как будете гонять вы, как бы, этого мы не знаем. Но... Ну, мне... допустим, если кому-то нужен полигон уж, тогда, то есть, есть же версия, как бы, и для полигона, так сказать, чтобы... Ну, да, но без лучей, да. Но зато работает, да? Ну, без лучей, да, зато работает. Блин, да что ты, почините меня кто-нибудь, я все ушатал у меня, ремонт. Я уже израсходовал. Нет, у меня 58 Колян, есть. Нет у тебя, Колян? О, у Коляна, смотри, у него там полная, что почти была. Да у меня урона 9 всего на машине. Так. Колян, осторожно, мы же пишем. Ой, еще что-то прилетело. Ух ты! 58. Какой свет яркий стал. Вообще ярко да, стало. Да, вот темнеет заметно. Смотри, как светло вообще. Ну-ка, если я с дальним. О, вообще обалдеть, вот этот свет. Вот это да, вот это яркость. Ну, как бы дальний он и должен быть яркий. Ой-ой. Ну да, как бы и свет теперь отображаться будет. Тут на дороге есть. И так светит. Все у вас габариты. Да, еще бы вот работали бы стопы и вот то, что вот
от света, вот именно, когда он загорается, не просто луча, а полностью подсветка, да, была бы. Было бы, конечно, клево. Со временем доработаем. Ну да, я надеюсь, что-то, это... что-то изменится. Что-то, да. Во, можно налево, налево можно здесь, и по... как раз мы будем в этом, тут как раз лужа где-то. Где-то, где-то посредине лета. Опа. О, опа. Кто-то там, по-моему, завалился. Да. Давайте я попробую сейчас отсюда, может, цеплю. Блин, я не вижу твоих этих точек зацепа. Вон. Ну-ка сейчас вперед еще. Надо тебя за этот. Не, с лучами, конечно, не, класс. За перец и не. О, ништяк, ну. Вот это ты, Колян? Да, ты. Да, да, да. Ну давай, поехали, что. Теперь намного вот тут проще доставать машину где-то в темноте, в лесу, ну, чем да. Раньше. Что там хоть глаз кали, ничего не видно. Ну да, вот ты сейчас, Паша, на него светишь, как бы я вижу, что ты, ну, на него светишь. Ты. Паша, зацепи за перед. Не, иди. Во-во-во-во-во-во-во. Опа, березка мешает. Давай я тебя, может, подсажу тут немножко. Надо, не надо. Ай, сам... мне надо под крышу было подъехать. Так, надо тебя перевернуть вообще. В принципе. Давай я улазу, нормально. Знакомимся. Да, вот смотри, все, свет есть, ты светишь, я светишь намного, то есть как бы. Да, машина прям светленькая такая. Все видно. Короче, Колян, восстанавливайся в гараже, поехали туда. Там же тачки все светятся. Восстановишься ты, нет? Да. Поехали в гараж. Поехали. Вот, ребята, свет, со светом, без света. Вот этот я свет включил, выключил. Так это на картах, да. Где-то по ночи стоящий транспорт полить, чтобы где-то. Отсюда там... все, я сейчас. Вот сейчас даже я сейчас камеру подниму, ребята, а вот смотрите, все машины светят. Гляньте, как обалденно это все выглядит просто. Просто супер. Просто супер. Все работает. Ну, естественно, машина незаведенная, утопленная, как бы все равно будет работать все. Даже утопьте, давайте я сейчас УАЗик утоплю. Да, вот. Батарейка, короче, аккумулятор хороший стоит. В этом плане, ну, что свет не погаснет никогда. О, даже от этих, от верхних тут свет светит. Смотрите, парни, на воде. Обалденно. Видите, фары еще светят тут немножко. И у машины фары светят. Прикольно, чёрт. Мне вообще классно, мне нравится. Так, ладно, восстановиться в гараже. То есть вот вам ночь, вот вам день. Как бы имейте в виду, версия 1 это без лучей, машины ставятся на полигоне. Версия с лучами, машина на полигоне, которая вот эти дефолтные УАЗик, ДИЛ, 4320. 65, 20 КАМАЗ, потом 65, 22, что там еще, МАЗ 73, 10, Кировец, что еще тут есть, МАЗ 535, да. Он или 37, 535, да. Да, и ГАЗ 66, то есть как бы это все, если лучи стоят, они, КРАЗ 255, если лучи стоят, то машины на полигоне ставиться не будут, ну хотя в принципе сделайте архив папки медиа, как обычно, сохранить его в папочке где-нибудь у себя и просто меняйте с заменой. То есть захотели с фарами погонять, поставили с фарами. Захотели без фар, поставьте на полигоне, все у вас там будет стоять. Так что вот, ребята, как-то так. Давайте встанем где-нибудь, ребята. Давайте. Не в гараже, а вот отсюда чуть выехать, чтобы оно было немножко так вот как-то. Вон, ко мне подъезжайте слева, справа, так вставайте. Сейчас еще мазать.
мазал, уберу этого. Он стоит бесполезно. А ешкин кот. Вот он зацепился. Сейчас я его назад отгоню, а то он тут как-то в картину не вписывается. Любимый мой родной, да? Я даже не знаю, как тут щелкнуть-то получше. Парам-пам-пам. Синхронизация и все это, да. То есть вот, ребята. Скрин. Блин, получится с этим. Ну ладно. Так, теперь. Вот так вот. Чтобы сзади щелкнуть. Не, классно, вообще классно, мне прям нравится. Всем нравится, я думаю, всем понравится. Да, я тоже думаю, что уже люди давно этого ждут. Хотя бы этого, да? Да, хотя бы этого. Ну, как говорится, хотя бы этого. Так что вот так вот, ребята, качайте, ссылочка будет выложена в группе, под видео, я думаю, будет ссылочка. Всем, кто досмотрел до конца, заранее говорю, верхняя ссылка, это будет ссылка турбобита, скорость скачки поменьше. Вторая ссылка, написано запасная, будет шары, мод, быстрая ссылочка, как бы скорость без ограничений, качайте. Также подписывайтесь на наши каналы, на наши группы, чтобы не пропустить второй версии, третьей уже версии, да? Ну да, доработанной. Если получится, то третий. Вот. Не забывайте, конечно, сделать копию своего архива в корневой папке медиа. Архив медиа, обязательно сделайте копию. Все, всем, ребята, спасибо за внимание. Да. Катайтесь, наслаждайтесь, приятных покатушек. Я думаю, эта штука вас порадует. Так что все, всем удачки. Пока-пока.